Холдинг РЖД представил собственные разработки и проекты на 27-м международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2024». Компетентные оценки новым разработкам холдинга даст экспертная комиссия и международное жюри. Самые яркие проекты будут награждены. Отмечу, в 2023 году РЖД получили 93 патента на изобретения и промышленные образцы. Всего же в портфеле интеллектуальной собственности холдинга почти 4500 объектов. Личный кабинет – это проект, который выполнен внутренними разработчиками для ООО РЖД и внешнего пользователя. Его цель – это организация документарных грузоперевозок, ну а также, соответственно, настройка взаимодействия между ООО РЖД и участниками грузоперевозок. Также еще входит вагонно-ремонтное предприятие. В настоящий момент проект введен в эксплуатацию. Большое количество компаний уже в него вовлечены. Проект, который я представляю здесь, называется «Грузозахватная траверса укладочного крана». Предложенная идея решает вопрос замены ручного труда за счет привлечения автоматизированного привода. В данном случае автоматизированный привод подразумевает, что мы передаем функцию управления на замыкание захватов машинисту с помощью дистанционного пульта управления. И он за место двух людей, нажимая на кнопку, обеспечивает в нужный момент времени срабатывание этих захватных механизмов.